Добрый день, портал Инсургент. С нами Снейк, барабанщик группы Наив. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, нравится ли вам выставка? Да, но я успел только посетить барабаны, вот этот комплекс. Но вот сейчас сюда зайду, посмотрю, по-моему, очень хорошо все. Расскажите о своих творческих планах на ближайшее время. Ну, этой осенью мы группой Глеб Самойлов и Матриц выпускаем новый альбом, а весной 2018 выпустим уже Наивом новый альбом. Клипы? Да. Вот только что у нас вышел клип у группы Наив, Трамп, Go Away, и у группы Глеб Самойлов и Матриц вышел клип «Звезда». Кстати, 200 тысяч просмотров на Ютубе. Так-то. Отлично. Скажите, пожалуйста, вот из молодых коллективов вам нравятся какие-нибудь и кого вы считаете талантливыми? Да много коллективов молодых и талантливых, и ярких, так всех и сразу и не перечислишь. То есть вообще рок не умирает, жив, и все хорошо, все развивается. А то, что появились возможности раскручиваться в соцсетях, вы считаете это позитивное явление в музыке? Ну, конечно, позитивное, хотя, мне кажется, все равно такие масс-медиа, как там телевидение и радио, списывать нельзя, потому что они дают, конечно, более такой массовый приток поклонников. Но что есть, то есть, и интернет тоже хорошо. А какой бы вы совет дали молодым коллективам, которые вступают на творческий путь? Ну, я думаю, искать, во-первых, свое оригинальное лицо и свое звучание. Ну и слушать побольше западной музыки. Это всегда очень вдохновляет и подпитывает. Именно западный? Именно западный, да. Почему поменьше не русский? Русского рока и побольше западной музыки. Почему не русский рок? Ну, потому что там больше талантливых изысков. Нет какой-то такой определенной очень узкой направленности. Скажем так. Спасибо большое за интервью.